Один всем, с вами Джексон, и сегодня мы соберем еще одну простую схемку. Она так же, как и прошлая, для самых начинающих. Компонентов тут очень мало. Такие схемки часто собирают в радиотехнических кружках. Тут у нас всего лишь 8 компонентов, из них 2 светодиода, 2 резистора, 2 конденсатора и 2 транзистора. Транзисторы у нас PNP типа, указано MP41. Я буду использовать старенький MP42. Вы навряд ли такие транзисторы найдете, если у вас запасов нету, поэтому желательно использовать любой современный PNP транзистор, он вполне подойдет. Конденсатор у нас на 200 микрофарад, тут даже не указано сколько вольт, подойдет и на 6 вольт, и на 12, и на 16, ничего не изменится. Два резистора на 15 кОм, я думаю, достать их будет нетрудно. Питается наша схема от 5 вольт, и светодиоды должны быть у нас на 3 вольта. Все очень просто, достаточно простая схема, опять же для самых начинающих, самая простая мигалка, и это буквально может быть даже первая схема для некоторых, поскольку компонентов очень много, и буквально если прописать в гугле самые простые схемы для самых начинающих, это схема будет одной из первых. В общем-то, давайте ее пробуем собрать. Будем собирать вот на такое макетное платье. У меня есть такой обрубок, попытаюсь на нем все это дело уместить. Я собрал нашу схему, вот так она выглядит, все смог уместить на маленьком кусочке макетной платы. Давайте все проверим при помощи кит-набора, который мы недавно собрали, это блок питания. Заранее я на нем выставил нужное напряжение, включаем, и вот такую мигалку мы видим. Все очень просто, деталей тут минимум, схема очень простая, особенно советую собирать ее новичкам. Питается она у нас сейчас от 5 вольт, как видите, компоненты все простые. Единственное, что транзистор, возможно, вы такой и найдете, используйте любой PNP транзистор, найти их будет нетрудно из современных аналогов. В общем, вот такая вот схемка, все очень просто, при этом интересная мигалка у нас получается. Опять же повторюсь, что советую собирать ее новичкам, и не зря, какой в советские времена вот эти схемы собирали в кружках, поскольку они действительно очень простые, и я думаю, сможет осилить любой, кто имеет нужные запчасти. В общем-то, с вами был Джексон, вот такая вот схема сегодня получилась, и в общем-то пока.